Дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на канал ТТ Геймс. Меня зовут Богдан, и мы с вами продолжаем проходить игру под названием Mirror's Edge. Задание у нас проникнуть в охранную организацию Пиранделла и Крюгер. Продолжаем. Такс. Что делать дальше? Нам нужно куда-то вот сюда идти. О, фига себе, можно ходить и... Держа Alt, будет типа точка зафиксирована. Прикольно. Очень прикольно. Прикольно говорить на что-то прикольное, да? Чем. Все. Друзья, мне до сих пор непонятно, куда идти. Спрыгнуть? Ну как-то ладно. Опа-ла. Окей. Ай, секунду. Все. Мистер Троник. Интересно, что в этих коробках? Это, видно, какие-то роботы Мистер Троники там, да? Чего? Подожди. Я оставлю любовь позади. И теперь... У меня? Или у тебя? Давай, ладно, будет у меня. И теперь у меня впереди. Дожди! Что делать? А, блин, как? У меня самого бомбится, то есть, этих моментов, когда я не понимаю, что она запрыгнет. Но она в итоге запрыгивает. Иногда глазомер сбивается, высотомер сбивается глазной, и ты думаешь, не допрыгнет, а в итоге допрыгивает. Все вот. Все вот. Так. Блин. Сейчас, куда? Альт, помоги, Альт, не помогает, Альт. Я не знаю, куда идти. Ну ладно. Сейчас, а, вот, вот так. Перфекто. Марк Шунер, вас вызывает начальник смены. Марк Шунер, спасибо. Че он сказал, Марш? Че он сказал, я вообще не понял. Фейт, ты что натворил? Фейт! Ну ты корова, конечно, здорова. Я думал, ты худенькая, легенькая, как взяла, свалил. Вот, я понял, кстати. Воу! Ребята, я так... Чё, опять засада? Я постоянно попадаю в засады какие-то. Дай! Так, думай, знаю. Блин, линию огня надо как-то предугадать и ее обойти. Ага. Скользим. Ладно, все, просто поднимемся к ним по лестнице. Можно так? А, нет, это не туда. Ай! Блин. Ага. Что тут? Алло. Что? Это я, Джонсон, из «Паразита без проблем». Подтверждаю, что чего? Да кто, откуда? Кому я позвонил? Я к техподдержку обратился. Да где вы? Я вас вообще не вижу. Тут все красное, все, блин. Вон, все вижу. Все как будто сливается. Ага. Даже не думай. Рано! Козю. Ах ты козю. Ох, замесы. Жесткие замесы. Ясно, все. No chance. Хотя как бы подразумевается, что я так должна. Давай, может, разгончик возьмем. Бежим! Да опять тайминги я не соблюдаю. А, даже так. Все, ладно. У меня одна попытка, я ей воспользуюсь. Мы делаем все правильно. Раньше времени не нажимай. Я просто, блин, этот.
скорострел. Преждевременно все делаю. А надо по тайминг попадать. Да! Ты че расстрелял меня? Где твой удар прикладом? Ты меня не дал. О, козел! У меня по классике серия Mirror's Edge начинается с. Давай! С постоянных отлетов! Вообще, ну, нет, походу нет, походу нет, походу нет, походу да. В смысле, да, последняя попытка. Если не получится, то все. Я буду и другую тактику применять. Готов? На счет три. Раз, два, понеслась! Опять! Вот сейчас все правильно сделано. Ладно, все, меняем тактику. Меняем. Сказал, поменяем тактику, все меняем. Да отстань ты! Да и ты отстань! Я иду с тобой, я иду с тобой. Эй! Он неправильный, он не так работает. Ну, я про тайминг. Он уже заносит этот свой этот автомат, он уже, блин, он уже по мне ударил. И только тогда загорается красным. Что-то немножко, немножко нечестно. Сейчас покажу, сейчас, вот смотри. Я делаю все правильно, я все правильно. Давай, давай, бей меня. Ну ладно. На! С каким довольством. Вообще жесть. Их не получится по одному выцеплять. Они все как бы пересекаются между собой, и поэтому если я шлепаю одного, то другие видят меня и разносят просто в хлам. Что делать? Ладно, попытка еще одна здесь. Давай, заноси пистолет свой. Автомат, то есть. Да без разницы, что, на тебе. Все, выносим, выносим. Минус один. О, отлично. Отдай свой автомат. Автомат свой отдай. Где ты? Воу. Похоже, впереди главный офис ПК. Похоже. А. Вах. Вах. А как к нему попасть? Ай, тихо, не падаем. Не падаем. А там дверь. А она открыта, да? Да. Да, там... А, вот там... Вот... А, тут просто пройти, наверное, так можно насквозь. Ага, ага. Да? В смысле, а тут нет двери? А чё? А вон лестница, ё-моё. Вон же лестница. А, тут ясно. Эй, это я, Джонсон, из «Паразиты без проблем». Подтверждаю заказ на 11 часов. Судя по звуку, огромные у вас там крысы. Увидимся. Чего? Я ничего не понял, ну вот. Так. Куда нам идти? Тун-тун-тун. Такая забавная музычка. Тун-тун-тун. Трулялюк. А, все. Ну допрыгни. Давай, Фей, ты сможешь. Ух. Не смогло. Да, тихо. Ну, блин, очевиднее же. Очевиднее же,
что нужно просто взять, по стеночке пробежать и прыгнуть. Да, это было очень... Ага. Робер, такого, отлично. О, записочка. Милтон, Саун, Клеймин, Браза Колок, Химсер. Ну ладно, пошли. Это интересная записка, которую мы не будем читать и не будем переводить. А мне кажется, я поторопилась немного. А можно перевернуться? Нет, нельзя. Ну ладно, это было так... Я так и задумывал. Ну подожди, нам же сначала надо отключить этот... Да, да. А где отключать? Я не смогу Да! В какой-то серии я говорил, что будет пар с таймингом. Он не был, а вот теперь есть. Фига себе. Ну вот. Фэй, давай наш момент. О, молодец. Бурм. Сорман. Подожди, что это за... Вообще, в какую компанию мы проникли? Тут не... она типа охранная, ну... Freaking area, что они пакуют? Согласно тут планам, склады, за конвейером должен быть проход. Ага. Я думаю, они security занимаются, у них тут какой-то пэкинг. Алло, вы там закончили с паразитами? Или еще нет? Паразиты какие-то. Чё? Нет. А я кнопку вижу. Кнопку вижу. Да я понимаю, куда. Да ветер дует, но я не понимаю. Поторопись, как... пока тебя не нашли, Пейт. Да, вот в самый нужный момент, когда я не знаю, что делать, ты говоришь, поторопись. Что делать-то? Серьезно? Ладно, надо начинаем думать, ладно, все. А, тогда сюда. Я понял, да. Вот опять этот момент, как я в прошлой серии говорил про вот эти вот моменты, когда возникает, типа вот пред... как их назвать даже, не знаю. Вот эти вот моменты, когда перед чем-то нужно пройти вот эту вот череду испытаний каких-то непонятных. Угу. Сейчас мы определимся. А ты вот сможешь запрыгнуть как-нибудь вот... сейчас, подожди. Нет, наверх ты не сможешь запрыгнуть, да? Да, само собой. А, ну вот как-нибудь вот так, окей. Угу. Ага, да, все понятно. В принципе, ничего сложного, просто нужно сообразить, куда бежать. Вот это ты мощно сделал. Я вообще-то не то хотел, но ты умничка. О, да, отлично. Тюн-тюн-тюн. А чё ты красным не подсвечиваешься? Типа, усложняйте мне задачу, да? А люк, тут есть люк? Люк. Мне бы куда-нибудь проникнуть. Подожди, вниз. Мне надо вниз. А тут есть, типа... Нет, тут ничего нет. А вот тут есть чё? Нет, вот тут... Значит, сюда, ладно. Да, есть люк, и всё отлично. Сюрприз. Алло. Как там паразит поживает? Да поднимешь ли ты трубку? Ко мне отломились. И твои парни позволили ему уйти. Четкая работа. Ты издеваешься? Не думай, что я не сообщу, кому надо, долбаные любители.
Это кто вообще был? По голосу что-то знакомое. Какие-то серваки тут у них. Во, кнопка. Выключаем конвейер. И мы там сможем пройти, да? Да. Да. А что еще какая-то кнопка была? Подожди, тут еще что-то было можно нажать. Нет? А, все. Все. Несанкционированное включение энергии в цеху. Подразделение 2.8. Взять под охрану зону А2. Ты должно быть уже рядом со станцией ПК. Что за станция ПК? Ага, стой. Тихо. Что? Тихо. Нет, там не сюда. Вниз? В смысле вниз? Он должен быть где-то под тобой. Мне идти вниз туда, где огонь на поражение, да? Это как не очень хочется, если честно. Нет. Ну, походу, да. Ну, окей, давай спускаться. Я тут пришел, ну, давай спускаться. Как нам это сделать, кстати? Я пока не совсем понимаю, как нам это сделать. Так это же самое, ты куда? Это было на самом деле очевидно, что я отлечу. Подожди, ну а куда мне прыгнуть? Он должен быть где-то под тобой. Да я. О, здравствуйте, я вас, кстати, не заметил в прошлый раз. И вы меня, кстати, не должны не видите, да? Ну да, это не вариант перепрыгивать, потому что там высоко. Интересно. Так, Фейт. Что-то я не знаю, что делать там с тобой. Ну, как бы сказать, нет, она не допрыгнет. Ну ладно, давай еще раз. Может быть, я просто как-то плохо прыгнул. Так, ладно. Мы пришли. Да, все. Мы, да, нам сюда. Он должен быть где-то под тобой. Принято, огонь на поражение. Вообще никаких идей. Серьезно? Вы могли бы ее еще получше спрятать, блин? Красная лестница на всем красном. Вы охренели вообще? Ты хрен найдешь, серьезно? То есть там кто-то есть? А, нет. Ой! Да рискну, сейчас случайно шип нажал, я не специально. Так. Нет. Да, серьезно. Я допрыгну? А мне не надо туда прыгать, да? Блин, или надо? Не, допрыгни.
душненько как становится. О, так, все, тихо, не торопимся. Чем сильнее будем торопиться, тем больше ошибок будем допускать. Это факт. Ну? Ну? Не достает до туда. Есть идеи другие. У меня нет. По стеночке бежать? Да, ладно, по стеночке бежать оттуда. А. Блин, в принципе, все очевидно. Ой. Тут бывает синий экран смерти, это красный экран смерти, да? А, Хеймен. Хейм. Ой, как же тут много написано. Поэтому мы не будем. О, все, читать. А. Research, Financing, HR и Sir Facility. Ой, что? А, это... Не понял, что это за звук странный. А может это взять на превью? Не, там небось по-любому какая-нибудь заставочка. Самое главное, ну, во время заставочки это выключить камеру. Да по-любому какая-то заставочка. Вот это то, что все вот это вот, что было. Сейчас вот это вот череда испытаний, полоса испытаний. Я думаю, она сейчас уже заканчивается. И мы подходим к какому-то событию сюжетному. Че? Каухан. Каухан, кстати, это мэр, да, кажется, Каухан. Так. А чего? Не хочешь? Не хочешь нажимать? Не хочешь. А. А потому что и не надо ни на что нажимать. Чего? Так, Фэй. Давай. Нет? В смысле? А? Просто кнопка! Просто нажми кнопку, чертовство! Думаю, я нашла нервный узел, Мерк. Похоже на тренажерный зал. Не, ладно, что-то ничего не происходит. Дрейк? И чему же их тренируют? Можно подумать, в городе есть что-то, что еще не задавлено налогом, запрещено или взято под контроль. Что же еще осталось? Мы. Мерк, доставай свою пушку. Ты же знаешь, она всегда рядом, а что? Все это тренажерный зал, Мерк. Этот проект ЭКАР. Пиранделла Крюгер создан не для усиления полиции. Их натаскивают для охоты на нас, на бегущих. У тебя там все тихо? Тихо, как в могиле, только я, пара птичек, да лучшая на черном рынке железа. Это он? Он? Парень, которого я видела в торговом центре. Только что мелькнул на мониторе на палубе корабля в доке. Слушай, ты уже достаточно сделала, оставаться здесь на рожон, так что уноси оттуда свою драгоценную попку. Попка. Братцы, полный кавардак, копы узнали, что ты здесь, уходи оттуда. Я вернулся, здрасте. А вы что так? А, вы... Оу, ребятки. А как вас... Можно вас как-то блокировать? А, никак нельзя. А, можно. Эй, стой, куда понесся? Просто размотали на раз-два. Это значит, они специально натасканы. Копы узнали, что ты здесь. Уходи оттуда. Вау, нифига, у них тут реально тренировочная площадка прям. А можно убежать от них вообще в целом, как бы? Можно, пожалуйста? А куда мне двигаться? Не, с ними бороться вообще нет смысла. Нет смысла никакого. Тут главное бежать. Черт раз два! Давай. Ага. Нет! Отстаньте.
Я прям с... Я слышу, как они бегут за мной! Да, да что ж вас так много, вы что, охренели? Беги, пей! Не оглядывайся, все, не оглядывайся. Мать! Нет! О, я успел. Жесть какая. Офигеть. За нами натаскали специальных бойцов, чтобы охотиться за бегущим. Ладно, кстати, значит, моя претензия к Селесте была необоснована. Значит, это не Селеста. Можно было там прыгать, да? Да, 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 да. А, спасибо, что открыли, мне дверь. Но я сама могла справиться. Дальше что происходит? А-а-а. Ребята, ребята, отстаньте от меня. Чё ж вы так топаете? Так хватит пить меня. Просто беги. Да я что делаю? Воу. Впереди тебя какие-то рельсы. Там может быть выход. Где выход? Опля. Вижу. Вижу выход. Ну не выход, да, хотя бы где куда прыгать. Бежать, Бейт, уходи оттуда. Все, вас. Да, отстань! Вау! Слушай, я попытаюсь разнюхать, найти что-то об этом Икаре, предупреди других бегущих. Хорошо. Хочу потолковать с этим парнем. С каким? С каким парнем? Да. Ты сейчас бежишь за тем самым парнем, который, типа, убил Опа? Куда ты бежишь, Фейд? Только не надо лезть на амбразуры, малышка. Это он убил Поупомерк. Думаю, там может оказаться очень жарко. Да и пытаться пробраться на лодку своим ходом тоже слишком рискованно. Тебя точно засекут. Надо найти способ прокрасться незаметно. Стелс. То есть пошел реальный стелс. Впервые. Проверять кое-какие бумаги, скоро тебя пропустим. Ночная миссия. Интересно. Похоже, это твой шанс пробраться незамеченный, Фейд. Скорее, пока не стоял. Чего? Ты про что вообще, друг? Какой шанс? Я пока даже не пойму, куда... А, пойму. Или не пойму. Не, не пойму. Ну ладно, давай. А, ну да, не обязательно, да. Она и тогда сюда прыгнет. Да? Ты же запрыгнешь? Да. Угу. А, да. Нет, это будет отлет. А, нам отлетать не надо. Ага, все вижу. Эу. Тихо. А сейчас ты спрыгнешь? Так, куда дальше? Чё, по грузовику? Давай пробуем. Чего? Да ладно. Да ладно, это было внезапно. Я думал, надо по нему перепрыгнуть через... На кой чёрт им корабль? Без понятия. На кой чёрт ты залезла сюда? Но он как-то связан с этим Икаром. Слушай, иди сразу к палубе. Ты же там видела этого парня? Как только найдёшь его, вытряхни из паскудника все ответы и сваливай. Это место просто логово копов, так что будь готова к драке. Всегда готов.
А, нас туда довезут. Внезапно. 15-й Конус состоит уже в ближайшие несколько часов. Как обычно, сети iNews будут первыми освещать это событие. Немедленно сообщат своим слушателям. Вердикт. А чё, подожди, чё по заданиям? А, расследуйте деятельность Пирандео Крюгер Секьюрити. Вы заметили на корабле фигуру пивом, похоже на то, что... Когда мы заметили фигуру... Она типа бегала все это время, ну, типа заставку показали, что она типа бегала, и засекла в какой-то момент на корабле фигуру в белом. Интересно, наверное, это так работает. Ладно, ну ладно, это не важно, это формальность, это так, это не важно. Мы приехали? Мы не приехали, да? А меня не менее бы откроют. Ну что? Дайте мне определенность, типа, можно выходить или нельзя? Если нельзя, то я тогда закончу тут серию. Да? Все, ничего не происходит, да? Да, все, ничего не происходит. Тогда что? Что тогда? Что тогда? Мы тогда завершаем на этом серию. И увидимся с вами в следующих видео. Мне кажется, нам осталось чуть-чуть. Ну, как будто бы уже близко к финалу. Вроде как, по ощущениям. А там посмотрим. Ладно, увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно. И всем до встречи в новых сериях. Всем пока.